Frozen Shrooms. Let's go. И не пофиксили тот баг, что у тебя задание добавляется после перезахода в игру? Пофиксили. Это было в почноуте. Ууу, каточка по- против Pornhub премиума. Неплохо. Фрили... Серьезно, чувак? Серьезно? О, боги. Не, вы представляете, да? Фрильорд и этот... Ну, угадайте, что же это за колода? Но там Аша у него откуда-то взялась, кстати. Конец-то. Тимоха! Поехали! Грибочки! Лови! Я впервые прохожу туториал. Видел, что у Дрейвена в описании я проиграл Гарена в обучении, когда ты играешь в обучение? Нет, не видел такого. Автопас, окей. Кидать грибочков! Блин, на самом деле Рамыч сейчас в колоде очень немножко мешает мне. Наверное, мне сейчас не нужен тавернкипер. Каталист, логично. Реклама порнхаба на противнике, да-да-да. Тавернкипер и один термодженик бим. Придется дискардить. Ага, своя шавуха и... Блин, очень хочется, конечно, оменховка, но... С другой стороны, оставлю манну. Да, да, давайте его и поставим. Пора, иди сюда. Сюда, давно не виделись. The War Mother will unite us all. The War Mother will unite us all. У меня, кстати, сейчас апнется Тимоха, по идее, со следующей атаки. А, его... Я не уверен, что я хочу убивать. Но он сейчас меня ударит. Пусть бьет. Единицей задефаюсь. Is it the mustache? Who knows? Не, я просто урон получу в лицо. Не, сейчас немножко не до этого. Что имеет смысл не тратить шарды? Имеет смысл не тратить шарды, потому что вход на арену, вход на экспедицию стоит 8000 шардов. Avarosans, stand together! Окей. Worth it, I think. Но я не уверен на самом деле. Сейчас мы посмотрим, как это работает. Так, у меня еще одна иллюзивка вышла. У него 8 манны. Он в теории может убить Тимоху чем-то, типа убийствами. Я могу поставить иллюзивку и нанести урон, но не вижу особого смысла. Три урона мало, он все равно его прохилит. Либо сейчас вообще в Тима какое-нибудь убийство потратит, да? Да, да. Это было ожидаемо, это было ожидаемо. Shining off. Поскольку я уже не могу ударить... Мне кажется, что лучше просто сделать прогресс дай. Тима! И грибочки, чтобы апнуть Тима. Отлично, отлично, окей. Стоп, я мог его выложить. А зачем? Мне нет смысла показывать ему, что у меня есть Тима на столе. Но начались эти дропсы, люди так и не научились. А, забей, никогда не научатся. Люди не умеют в такие вещи. Bloodsworn Pledge. Нет. С другой стороны, я бы мог забайтить его на Тимоху сейчас. Делаем так.
Делаем так. Блин, мне кажется, у него клир стола лежит. В руке. Поэтому он копит манну. Это ж хорошо. Я предлагаю начать с тебя. Посмотреть, как он отреагирует на это. Если зачистит стол, я просто выкладываю Тима. Триндамир, понял, понял. Триндамир. Чё у него? Overwhelm, if I would die, level up instead. То есть тринду вообще не поменяли. Хорошо, хорошо, я понял. Корову меняли? Корову, да, меняли. Она теперь слабая. Так, поехали, грибочек. Поехали, Тимоху. What a fancy poro. Где арена? Сейчас пойдем на нее, Посейдон. Я решил немножко разогнаться в обычном режиме. Стоп. Аудио. Сайленс. В теории можно и Аваросана потратить. Не, пускай как танк стоит. Сколько грибов? 29 кар, 26 грибов. Хорошо. Конец хода. У меня есть сейф в руке. Вот такой. Браун превратился в тейк-хард, это хорошо. У меня есть сейф. У меня есть своя шауха в руке, если он захочет ее, а он ее еще не сможет выложить. Окей. Stand and defend. Окей. Что делать Тима на втором левел? Смотри, он удваивает количество грибов в колоде противника. Триндомеровский баф сюда. И килл сюда. Ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Да, я потерял Браума, ну и черт с ним. У меня есть еще один. Да, 13-9, конечно, сильно, но у меня есть двоечки, чтобы его блочить. А вот теперь что делать? Хороший вопрос. Терможеник Бим. Восьмерка не убивает, к сожалению. У меня есть не слабый Браум, но смысл? Смысл его ставить? Джейми Дарда. Поехали. 10. У меня 12 урона на следующий ход. Ну вот прямо сейчас у меня 12 урона. И он ничего не может с этим сделать. Скорее всего. Его колода может только заморозить меня. У него Аша есть. Тут может быть заморозка. Ну ладно, килл. Килл тоже. Но килл дает мне карту. Или не дает? Я получил карту? Что-то я... Мне вот не нравится этот Мидарда, я сколько его не юзаю. When I'm targeted, он хорош, видимо, только если на него свои спеллы выкладывать. Судя по всему. Блин, проблема, что у Триндомира, короче, есть тафт. Не было бы таф, было бы все получше.
Пора грибы кастовать прям сразу. Окей. Ура, ХС хотя бы на время закончился. Да, на 5 дней так точно. Никакого Хардстоуна. Riot Games, привет. Давно не виделись. Да, да, это точно. Ладно, понимаю, он себе добавил карточку, да? Спел. Я не знаю, хочу ли я Брауна ставить, честно. Я не уверен. Потому что если там зачистка стола, к примеру... он мне еще пригодится. We have to be as one. Спасибо, Limit Breaker. С другой стороны, Браун вытанчивает Триндомера. А тут такая проблема. Вдруг у него еще одно бурсто... еще один бурстовый спел Триндомера есть. Плюс 8, плюс 4. Он мне тогда лицо-то поломает. Через Павкап... А хотя Павкап чем такой же. Нет смысла ставить Брауна, копим манну. Типа добавят он ему 8. А может? Грибочки, отлично. Если чё, эликсир of iron, хорошо. Че, конечно, триндубы убить. Но ще, конечно, триндубы убить. Рар! Ну давай. Будут еще бурстовые усиления триндомировые. Сколько урона? 17, да? Я могу эликсир еще кастануть. То есть 12 урона прилетает мне в лицо. 3 хп остается. Очень мало, конечно. Очень мало. Но что поделаешь? Мне не нужны... Нет, мне нужны... Нет, мне не нужны эликсиры файроны. Я засейвлю эти 2 хп. Мало ли чем он меня там забить, добить захочет. Так, теперь. Можно термодженик бимом за десятку, но только, к сожалению, за десятку. Значит, я не могу выставить Браума, да? Убить. Что девятка не убьет. Девятка не убьет. Убиваем Триндомера. Мне не нужен Браум сейчас. Отмены у него нету, бафов у него нету. Прощай. Ну что, счастлив, что вор вышел? Охренеть, как счастлив. И тейкартом сейчас можно убивать его. Ух ты, еще Тимоха. Блин, ну я не хочу, наверное, еще Тимоху тратить. Вдруг у него спел какой-то на убийство, например. Так... Я могу сразу выдать, а могу подождать. Вдруг он что-то захочет сделать, да? Отреагировать на его спел. Если у него не будет спел, он от грибов умирает. В теории, на следующий ход. А куда мне еще тейкард тратить? Поехали. Это все равно бурст. У него все равно есть действие отреагировать на мои иллюзивки. 8 урона. Давай. Попробуй выжить против моих грибов. Чувак думал, сейчас зайду, короче, на самой сильной колоде в игре. Угу, угу. Логично, логично. А, ну раз такое дело, я отреагирую своим Тимохой. Еще плюс 5 дополнительных грибов, которые умножатся на 2, это нормально. Зато он убийство не на Тима потратил. Adventure starts with mushrooms. Brom is on the job. Выжить против грибов. 126 грибов. Ну чё, братан, как тебе сине-зеленая колода? 5 урона. Я не думаю, что он чем-то сможет меня настолько пробить сейчас. Ноксуса здесь нету в цветах, значит, пробивного удара Авароса, но он дать не сможет. Ну ладно, чё уж поделаешь. Блин, жаль, но мой кламп умрет, если я выложу Шиху Вандерс.
мне не нужен. Не, он как бы нужен для пяти грибов, но как бы и не нужен. Единственный противник теперь знает, что у меня нету ничего в руке. А я ему ничего в руке, кстати, не уничтожил. Надо было двоечку выкладывать. Мне не стоило тратить шоуху. Зато он не получил карту. Stand together. Stand together. Окей. Самое время сдохнуть от грибов. Уп-уп-уп-уп. Let's show our friends the door. 1 хп. 117 грибов. Походу зря сундуки сразу открыл. Я сыграл быстренько одну против компа, очки добавляются. Да ладно, пофиг. На самом деле. Дождемся воскреснего. Аварос в центре. GG. Первая каточка против бывшей кэнсерной колоды. И сразу же победа на наших любимых грибочках. Очень хорошая первая катка для новой демки.